Я купил самый дешевый подъемник в России, посчитал, он обошелся мне 50 рублей за килограмм примерно. Он был демонтирован, очень долго пролежал, хозяин сказал, то, что у него сбилась синхронизация. Синхронизация тут дурацкая, электронная. При покупке был проверен механизм, винт в хорошем состоянии, ну, вроде все по механике тут целое. Это наш российский челябинский подъемник, сделанный из толстенного металла с огромными мощными двигателями по 2,2 киловатта. Обычно ставят полторашки. Он на 380, а тут нет 380. Предстоит очень много секса по этому поводу. Можно, например, поставить 2 частотника. Дорого. И вот что я придумал. Снимаю шкив, делаю меньше. Меняю передаточное число двигателя, включая на 220. Поскольку они с запасом, ну, вроде все должно вывести. Прозвонил двигатель, вроде целый, включать не пытался. Только вот эти два движка, если продать на Авито, это уже рублей 15, а то и больше. Это вот пульт управления от него с кучей релюшек, там ключей, там датчики, синхронизация. Все это будет выкинуто. Поставлю, скорее всего, где-нибудь здесь вот пульт с двумя кнопками, каждый на свой двигатель. И при подъеме и спуске буду смотреть, если какая-то стойка будет опаздывать или обгонять, буду останавливать мотор. А еще интереснее сделать верхнюю синхронизацию. Ну, допустим, через мотоциклетные звездочки и цепи под самым потолком удлинить.